Мир вам, дорогие братья и сестры. Давайте мы обратимся к Господу в молитве, призовем Его благословить на предстоящее собрание. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Твою милость к нам, за Твою помощь, поддержку, за, Господь, мудрость Твою, которую Ты даешь нам в служении Тебе, в прославлении Тебя. И сегодня, Господи, мы просим Тебя, Ты сам благослови это собрание, благослови провести его по воле Твоей святой, для Твоей славы. Мы просим Тебя об этом. И благодарим Тебя за замечательную возможность быть в Доме Твоем и в общении с детьми Твоими. Аминь. Брат, напомни мне опять звуки слов любви. Именно эту песню предлагают спеть в начале. Давайте все вместе споем. Слова, пожалуйста, сборники, песенники, посмотрите. Сегодня пушки пока нету. Еще раз мир вам, братья и сестры, что пришли сюда. Мы будем славить и славьте Христа, и Он достойный славы. И Он только Ему слава и хвала. Ему только Ему честь и поклонение единому, живому, истинному Богу, сотворившему небо и землю, видимую и невидимую. И только Ему слава и хвала. Поэтому будем говорить, читать это Псалтырь. Это 65-й псалом из 16 стиха, я буду читать. 65-й псалом, 16 стиха. «Придите, послушайте все, боясь Господа, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я возвел к Нему устами моими и произнес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал меня, голосу моим, моления моему. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Поэтому и вот 66-й псалом говорит: «Боже, будь милости к нам, и благослови нас, освяти нас лицом Твоим». Вы видите, как нам Господь говорит: будь милости к нам, Господи.
И вот смотрите, такой был пример. Я валял в больнице, лежала, я приготовил пищу. Помолился, приготовил пищу, взял сумку, все, и сел на шестерку, трамвай, еду. И как раз возле авиадука он разогнался сильно на новый, на старый мост, и оторвался мост у него. Вот представьте себе, оторвался мост у него, и он летит, бьется задом по рельсам, кидает его в разные стороны. Я сидел как раз на этой стороне, вот дороги, и не мог ни сказать, ничего, ни думать, как говорят, что вот когда придет время, я скажу Господу, и Господь в то время прошу Господа покаяния, ни дома ничего не получится, ничего. И когда он, его, то же сам, он остановился, когда кинул его на дорогу, я смотрю, глазами выскочил и посмотрел двери. Ночью были не открытые, но уже она с перепугу открыла двери, я вышел. Встал на ту сторону, смотрел на этот трамвай и думал о себе. А я говорил: Господи, пошли со мной. Всегда, когда мы куда-то идем, в магазин, или вышли, или утром, Господи, будь всегда со мной. И я всегда говорю: Господи, пошли со мной. Двери открываю, иди впереди, а я за тобой. Вот так мы должны постоянно быть. И я не говорил Вале, что я вот такой ситуации попал. Я мог бы не доехать. Поэтому я не говорил. А потом я сказал вот такое. Вот. Поэтому, Боже, будь милости к нам. Благослови нас, освети нас лицом своим. Дабы знали на земле путь Твой. Все народы спасение Твое. Да схвалят Тебя народы, Боже, да схвалят Тебя народы все. Почему я так сказал вот это? Вот смотрите сейчас, что в Америке творится, что во всем мире творится. И он говорит: да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да возвеселится и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно, управляешь на земле племенами. Племенами. Господь управляет племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог наш, да благословит наш Бог, и да боятся Его все праве пределы земли. Вот что Господь нам говорит. Он управляет народами. А мы думаем, что мы можем делать сами, все делать сами. Господь наблюдает так же над Украиной, Господь смотрит. Я всегда молюсь: Господи, чтобы наша Украина была молитвенница. Господи, Ты знаешь, Господи, все наши намерения, Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь все, ибо все в Твоих руках. Наша Украина вся в Его руках. Он как держит, как вот этот шарик в руке своей. Поэтому будем просить Господа. А когда мы просим Господа, Он слышит. А Он говорит, помните, как Он говорит, Исаия, 1 глава: кто требует от вас топтать дворы мои? Кто требует от вас, чтобы топтали дворы мои? Мы молимся, просим Господа, чтобы Господь нам дал возможность, Господь дал моление, и Он на каждую молитву, и на каждое... Господь, мы просим Господа за наших детей, за наших родных, за наших близких, чтобы Господь помог. И Господь слышит наши молитвы, а иногда не слышит. А иногда слышит, как написано: с глубины сердца Твоего Ты меня узнал. Я прошу Господа всегда: Господи, развяжи мой язык. Иногда он вообще не разговаривал, я вообще был немой, не разговаривал, но он скручивает язык мой. Я прошу Господа, чтобы Господь говорил через мои уста. Господи, говори через мои уста. И он говорит через мои уста. Слава Ему и хвала единому живому истинному Богу. Слава и хвала, слава и хвала, слава и хвала. Будем читать. Благодарности. Завершаю
завершение поездок на семинаре, команда воскресной школы, воскресная школа, за путь со Христом, объединение в молитве сестер, за пример Господа, прощение любви, готовность к страданию, надежда чепурная, за благословение, за открытие Божьих истин на сессии Библейского института «Надежда», за молитвы церкви, оздоровление Антонина Глазунова, за христианские семь, за любовь, милость и за победу в Иисусе Христе, сестра Лариса, за возможность быть в собрании. Это очень важно, быть в собрании, за возможность. Господи, я вот брата одного вижу, он на палочках идет, ну, 4 палочки у него. Я подхожу до него, бегу наверх, бегу на него, обнимаю его и говорю: ноги сзади, сердце впереди, ноги сзади идут к Господу. Эта птичка идет к Господу. Помните, это, как мы всегда говорим? Эта птичка идет к Господу за получение роды, за благополучные роды Елены и рождение в нее сына, сестра и сестры и братья, за полтора года жизни внучки Софии, за милость, любовь и охрану и ответы на молитву Ольга Вишиванова, за милость и любовь, щедрость, за целительную силу Бога, за церковь Сергея и Лариса Андюк. Будем молиться, будем просить Господа, чтобы Господь нам помогал и помогал. Господи. Если еще благодарности, пожалуйста, скажите, и после этого мы будем молиться. Молитесь, члены церкви, молитесь всех, кто пришел, молитесь вслух. И наш брат диакон Петр Никифорович закончит молитвой. Поэтому у нас сегодня молитвенное собрание. Не глашайте Духа Господня, который побуждает нас молиться и благодарить Господа. Просить мы будем в конце богослужения. Давайте прославим Господа. Если еще благодарности Богу, скажите. Мы можем поблагодарить Господа за наших сестричек, которые совершают служение в больницах. Как вы знаете, наш город, в нем много, в том числе и областных больниц. И поэтому, когда нам звонят и говорят: пожалуйста, там наша сестра или наши знакомые или родственники лежат в больнице, посетите, наши дорогие сестры, они идут и посещают этих людей. И вот видите, это благодарность за служение сестер в делах милосердия, которые совершает наша церковь, сестринское служение в частности. Что есть, нема. Боже святый, мы благодарим Тебя. Дай помолиться людям после этого.
Аминь. Боже святый и праведный, Ты побудил наши сердца прийти в дом сей, Господи. И ты, мы просим Твое благословение, и просим Твое присутствие, и просим Твоей помощи, Боже. Благослови сегодня служение, благослови сегодня отцовским благословением, как утреннюю росу. Благослови нашу молодежь, наши воскресные школы. Благослови, Господи, нашу Украину, чтоб Твоя рука всегда была над Украиной, Господи. Мы просим Тебя, мы молим Тебя также, мы просим Тебя за наших пастырей, наших дьяконов, их семьи, родных и близких. Благослови нас. И те, на которые на одоре болезни, ты знаешь их по отдельности, те, которые под капельницами, те, которые в домашних условиях, или те, которые еще просят, Господи, услышь, Господи, помоги. Эти врачи, которые делают и будут делать, Господи, благослови эти руки их, благослови, Господи, их семьи, благослови своим отцовским благословением, а Тебе вся слава, Тебе, только Тебе, единому, живому, истинному Богу. Ибо нет столь святого, как Господь, и нет другого Бога, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Тебе вся слава и хвала, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Присядьте, пожалуйста, и сестра Лариса расскажет стихотворение во славу Господа, пожалуйста. После этого, сестра Таня, ты еще с нами? Будешь петь сегодня. Любовь Осенина, я есть. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Иоанна 15:16. Не хотела Господа искать, Бог меня искал. Отвергала Божью благодать, Бог мне хлеб давал. Многим людям причиняла боль, Бог меня щадил. Я не знала про Его любовь, Бог меня любил. Не пришла бы к Богу никогда. Бог ко мне пришел, были рядом горе и нужда. Бог от бед увел. Не стремилась к чистым небесам. Бог, Он к небу влек, складывала в сердце грязь и хлам. Бог меня берег. Не спешила Богу дверь открыть. Бог в окно не лез. Бога нет, решалась говорить. Бог сказал, я есть. От спасения бежала прочь. Бог желал спасти. Думала, что будет вечной ночь. Бог тьму осветил. Не желала голову склонять. Бог меня терпел. Не пыталась на колени стать. Бог меня жалел. Неразумной женщиной была, Бог меня учил, от грехов почти изнемогла, Бог меня простил. Я с трепетом все это говорю, слов громких не стыжусь, благоговея, сейчас пред Господом моим стою, который до сих пор меня лелеет, сберег, нашел, помиловал, любя. За что я спрашиваю, Боже, чтоб грешную спасти на крест себя? О, человек так возлюбить не может, теперь меня не надо находить, теперь на Господа моя надежда. Теперь не оборвется жизни нить, теперь я больше не хочу быть грешной, теперь считаю небо я своим, теперь я тьму не называю светом, теперь не без него, но только с ним, теперь я Божьей милостью согрета, теперь за ценность не сочту пустяк. Теперь мне белый свет милее прочих. Теперь не трачу дни я просто так. Теперь я к Богу обращаюсь, Отче. Теперь молюсь, теперь благодарю. Теперь не сохнут благодати реки. Теперь на Бога моего смотрю, который и Господь, и Царь навеки.
Бог любит не меня одну, всех нас. За что я иногда спросить осмелюсь? Сберег, нашел, помиловал и спас. Мы к Богу приходить и не хотели. Аминь. Я хочу с тобою быть, о Спаситель мой. Лишь тебе хочу прибыть каждый час земной. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет. Лишь в тебе сияет мне жизни вечный свет. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет. Лишь в тебе сияет мне жизни вечный свет. Я бродил в плену греха, ты освободил. Я был мертв, но ты меня к жизни возвратил. Где найду я свой покой, Иисус, Спаситель мой? На твоей, Христос, груди мой святой покой. Где найду я свой покой, Иисус, Спаситель мой? На твоей, Христос, груди мой святой покой. На Голгофе ты страдал, кровь свою пролил. В тяжких муках умирал, жизни не щадил. Я хочу с тобой быть. Я хочу страдать с тобой. Я хочу страдать с тобой, Иисус, Спаситель мой. Знаю, твердо верю я, жизнь тебе моя. Я хочу страдать с тобой, Иисус, Спаситель мой. Знаю, твердо верю я, жизнь тебе моя. Что могу еще сказать о тебе, Христос? Не сдержу от счастья я благодарных слез. Лишь хочу в тебе прибыть, лишь хочу тебе служить. Ты, Христос мой, верю я, будущность моя. Лишь хочу в тебе прибыть, лишь тебе хочу служить. Ты, Христос мой, верю я, будущность моя.
Хочу я петь о Господе моем. Он душу спас, ведет меня в свой дом. Он посылает силу мне свою. Вот потому о нем всегда пою. Не умолкай, моя душа, пой. Хоть трудно петь средь бури злой, он слышит песнь мою, не умолкай. Он сам ведет тебя в небесный край. Лукавый шепчет, для кого поешь? Ты согрешил, за это ты умрешь. Да, я умру, но с песней на устах. Прощен мой грех, я буду в небесах. Не умолкай, моя душа, пой. Хоть трудно петь средь бури злой, он слышит песнь твою, не умолкай. Он сам ведет тебя в небесный край. Друзья, давайте вместе воспоем мы Богу нашему псалом. За жертву Сына Божия Христа, за кровь пролитую за нас с креста. Не умолкай, моя душа, пой. Хоть трудно петь средь бури злой, он слышит песнь твою, не умолкай. Он сам ведет тебя в небесный край. Вот потому я о Христе всегда пою, пою. Изучая второе послание апостола Павла к Коринфянам, главу 12, мы в прошлый раз говорили с вами немало о таком явлении, как откровение и видение. Более того, в контексте изучаемого отрывка мы говорили, что когда апостол Павел имел в виду признаки апостола, то он исключал видение откровения из списка признаков апостола. Как ранее этого текста, так и в начале 12 главы, как и далее. Но, тем не менее, эти люди, которые пытались доказать свое апостольство, аргументировали свое право называться апостолами, скорее всего, тем вот этим опытом, когда они выходили из тела, видели какие-то видения, слышали какие-то голоса и ставили это как признак апостольства. Павел, реагируя на все это следующим образом, он говорит, в принципе, признаком апостола не является видение откровений, слышание свещих снов каких-то или откровений особенных от Господа, потому что видение и откровение могут получать любой христианин, не обязательно апостол. Любой возрожденный христианин под действием Духа Святого может получать Божье откровение, но, как мы уже говорили, Божье откровение сегодня даются нам через Святое Слово. Если христианина, которого спрашивают, что Бог открыл тебе из своего Святого Слова на протяжении прошлой недели, если ему нечего сказать, нечего ответить, то, скорее всего, проблема не в Боге, а проблема в этом христианине. Потому что, как мы уже говорили, каждый христианин, спасенный, возрожденный Богом, Бог открывает ему свое Святое Слово. В этом и есть откровение, объективное Божье откровение через Божье Слово. Что же касается субъективного опыта, то он может быть, его может не быть. И мы говорили о том, что многие известные или, скажем так, очень серьезные служители, они никогда не видели ни ангела, никогда не видели ни Иисуса Христа, и тем не менее это не помешало им быть служителями Христовыми. С другой стороны, иногда мы можем встречать людей в нашей церкви, которым Господь дает что-то понимать через сон или через какое-то сверхъестественное, может быть, откровение. Однако все вот эти субъективные опыты следует проверять Словом Божьим, потому что Бог ничего просто так не дает, а то, что мы видим, то, что нам снится, может быть, связано с нашей суетностью нашего ума или с темпом, ритмом нашей жизни, или, может быть, приходить от дьявола, чтобы смутить нас, чтобы ввести нас в заблуждение в противовес Божьему откровению в Слове Божьем. Но, тем не менее, как я уже сказал, отвечая, апостол Павел этим людям говорит, да, вы кичитесь откровениями, видениями, это не признак апостола, потому что любой христианин может это видеть, но я хочу сказать, что даже в этом смысле я гораздо больше вас видел и слышал, чем все то, что вы, как бы, говорите людям в
подтверждение своего апостольства. И помните, мы с вами говорили о том, что Павел говорит, мне не полезно хвалиться. То есть это не характеристика апостола, но тем не менее вы как бы вынуждаете меня к этому. И поэтому я могу говорить о видениях и откровениях. Он говорит, знаю человека, помните, мы говорили о скромности апостола. Он мог бы конкретно сказать, это был я вот там летал на третье небо. В 14 лет назад, помните, мы очень конкретно говорили, что 14 лет назад Павел был новообращенным человеком. То есть откровения и видения особенные, которые описываются здесь, были связаны с жизнью апостола Павла непосредственно после его покаяния, еще до тех великих подвигов, которые он совершил. И опять же, он подчеркивает, не знаю, в теле ли или вне тела. Почему? Потому что многие из тех служителей, вообще людей, которые занимаются оккультной практикой, они пытаются выйти из тела, чтобы куда-то там попасть. Апостол Павел говорит, в принципе, неважно для меня, я даже не знаю, в теле или вне тела, может быть, в теле, а может быть, вне тела. Это не принципиально, я возносился, восхищен был до третьего неба. Опять же, инициатива здесь в данном случае принадлежала не апостолу Павлу. Восхищен был, то есть кем-то, то есть Бог в данном случае проявил вот что-то особенное по отношению к Павлу. Это не был комплекс упражнений, когда он пытался опустошить себя, когда он пытался набором каких-то слов или движений, или голодовкой, или еще чем-то выскочить из своего тела духом и где-то там полетать. Нет-нет, то есть это была инициатива Божья. Бог взял и восхитил до третьего неба. Третье небо, мы говорили о том, что это рай, потому что спустя несколько строчек апостол Павел говорит, я был в раю. То есть третье небо – это рай. И я, конечно, можно много, ну, мы много времени потратим для того, чтобы изучать каждый отдельный фрагмент из этого текста, но где-то богословы или так люди, которые исследуют этот текст, предполагают, что существует три неба. В свое время, в то время, в которое жил апостол Павел, греческая философия, многие другие философы, они пытались каким-то образом объяснить порядок мироздания. И в целом, я думаю, что апостол Павел говорил на их языке, что есть небо, это атмосфера, в которой мы находимся, то есть атмосфера вокруг Земли, есть небо, это космос, и есть небо в духовном смысле, это третье небо, это там, где обитает Иисус Христос. Но Христос обитает везде, в принципе, потому что Он вездесущий, Бог вездесущ. Однако вот третьим небом или раем, как вот здесь названо это место, где верующие люди будут находиться в постоянном присутствии Бога, и скорее всего, в книге Откровения об этом написано, это произойдет после того, как мы получим новые тела от Господа, после нашей с вами смерти и восхищения. Поэтому, но апостол Павел имел шанс быть раньше там, или, скажем так, побывать там, на этом третьем небе. И мы с вами также говорили очень кратко в виде повторения, хотя вы можете посмотреть трансляцию прошлого четверга и все это услышать вживую, что апостол Павел там, ходя по улицам Небесного Иерусалима, он, скорее всего, точнее, не знаю, может быть, с Петром, может быть, с Иисусом Христом, он там слышал слова, слова, которые неизреченные. И для тех, кто не понял вот эту фразу «слышал слова неизреченные», он еще объясняет, что которых человеку нельзя пересказать. Другими словами, это те слова, которые невозможно произнести человеческим речевым аппаратом. То есть высказать их невозможно, в принципе. Поэтому люди, которые пытаются бормотание или что-то другое, которым владеют, подвести под ангельский язык, здесь в данном случае попадают очень мимо, потому что сам Павел, который, как говорится, я говорю на языках, в смысле иностранных языках, он не мог повторить вот те слова, которые там на небе он услышал. Просто физически, просто по-человечески он не мог передать, понимал ли он те слова. Скорее всего, понимал, потому что он говорит, слышал слова неизреченные, но слышал их. И, скорее всего, это не была какая-то болтовня, возможно, это было на какой-то уровень общения апостола Павла с Богом, но вот здесь на земле я не могу их передать просто, я не в силах физически. Если кто-то может сегодня и говорит, я поэтому апостол, ну тогда апостол Павел тут как бы вообще ни при чем, потому что апостол Павел, в отличие от современных апостолов, не мог передать ангельский язык своим собственным речевым аппаратом, то есть он не мог его высказать. И таким человеком апостол Павел говорит, я могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве что немощами моими. Мы говорили о том, что апостол Павел в данном случае переводит взгляд с величия откровений на свою собственную немощь. И тут еще есть один очень важный такой интересный урок. Урок, связанный с тем, что для некоторых людей, особенно сегодня, есть ловушка сатаны, когда они говорят, если ты верующий, ты должен быть здоров. Слышали такое? Верующий не может быть болен. Я помню, есть такая христианская газета, и там свидетельство одного человека, который был на инвалидной коляске. И было какое-то служение, там какой-то человек-популист собрал огромную толпу колясочников.
И говорит, я буду вас исцелять сейчас. Ну, там два часа накачивали их тяжелой музыкой, после этого он что-то кричал, ходил по сцене, там громко, тихо, маятник, ну, то есть все виды гипноза и так далее он использовал в этой, как бы, в своей презентации. И этот человек описывает свое отношение. И он говорит, что я сижу, и вот я верю. И он, акцент был на то, что если ты веришь, ты вставай и иди. И говорит, я верю, я уже всем сердцем, как бы, я уже поверил абсолютно, я был уже в этом тонусе. И я, говорит, я вставать и не могу встать. Я опять, он опять кричит, ты веришь, вставай. Я опять не могу встать. Я опять не могу встать. И этот человек просто делился своим интересом, говорит, Господи, ну почему я не могу? Я верю на 100%, что ты можешь меня поднять. Так подними. Не поднимает. Этот человек много пережил в свое время, то есть он прошел определенный путь разочарования в Боге, в Иисусе Христе, но после этого он все же через Слово Божье он пришел к пониманию ясному евангельской мысли. Если ты веришь, если вера твоя крепка, если Бог дает тебе чудеснейшее откровение, это абсолютно не означает, что ты умрешь на 100% здоровым. Абсолютно не означает. Ложь дьявола, которую он сегодня пытается распространить среди людей, что если ты больной, значит маловерующий. Если ты как бы страдаешь физически, значит у тебя недостаточно общения с Богом. Апостол Павел в пух и прах разбивает эту ложную небиблейскую теорию. Откровение величайшее видел он. Он имел огромнейшую близость с Богом, о которой, может быть, множество из нас даже мечтать не могут. И в то же время он говорит о своих немощах и говорит об этом не стыдясь. Не стыдясь в том, что скажет, о, Павел, то ты маловерующий, потому что ты больной. Абсолютно нет. И апостол Павел дальше объясняет, почему именно такое с ним произошло. Почему он болен, почему он угнетен, почему у него проблемы в жизни. Но вот эта мысль, верующий или сильно верующий, или имеющий близкие отношения с Богом, это не значит абсолютно здоров. Это не значит, что наша вера привязана к нашему благополучию или благосостоянию в физическом смысле этого слова. Мы к этому еще вернемся. Но помните, какое было домашнее задание? Что-то нашли? Помните, я говорил, что некоторые толкователи подсчитали, что апостол Павел, когда говорил о откровениях и видениях, он имел в виду шесть откровений или шесть видений, которые упомянуты им в Деяниях святых апостолов, и три откровения, которые упомянуты в посланиях, которые он написал. Кто-то нашел все восемь, все девять точнее. Что в Деяниях святых апостолов вы нашли из видений апостола Павла? Помните, мы говорили, что обратим на это внимание в рамках нашего библейского изучения в четверг. Кто готов сказать текст, мы его прочитаем. Угу. Так, смотрим. Деяния святых апостолов. Правильно? Первая глава. Что там у нас? А? Еще раз. В первой главе Деяния святых апостолов апостол Павел шел в Дамаск? А, я понял. Но это видение относится не к апостолу Павлу. Да. Это видели ученики Иисуса Христа, 11, Иуда в это время уже умер. А речь идет об апостоле Павле. 9 глава, отлично, открываем 9 главу. Какой стих? Ага, хорошо, открываем Деяния святых апостолов. 9 глава. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос. Увидел или услышал? Услышал, хорошо. Говорящий ему, Саул, Саул, что ты гонишь меня? Как вы думаете, кто-то еще слышал этот голос? Угу. Кто ты, Господи, ответил Павел, Савл, Господь сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна, он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? Господь сказал, встань, иди. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли с открытыми глазами, никого не видел, и так далее, и так далее, и так далее. Это замечательное, как бы, видение или откровение для апостола Павла. Мы не знаем точно, видел ли он Иисуса. Он увидел свет великий, да, то есть свет осиял, и... Как вы думаете, ну, с чем связано это видение, о чем оно говорит? Здесь, ну, больше он слышал слова, слышал слово. О чем это слово? Что это слово передало апостолу Павлу? Какую весть? Или с чем связано было это Божье откровение? Кстати, сегодня для нас с вами не нужно Богу встречаться с нами таким образом. Почему?
Потому что есть Библия, Слово Божье и Новый Завет, где сказано «покайтесь и веруйте в Евангелие». В принципе, то же самое сказал апостолу Павлу Иисус Христос, или точнее Савлу Иисус Христос, до момента, когда было написано Евангелие. Поэтому сегодня, для того, чтобы человек покаялся, ему не нужно слышать голос, ему не нужно видеть Божье откровение. Хотя, опять же, сколько из нас сегодня могут сказать, как Бог нас вел к покаянию? Я вспоминаю, как брат Иван Возняк говорит, подхожу к двери дома молитвы, двери открываются. Я захожу, никого нету. Кто открыл эти двери? Захожу там, в одну церковь, ну, не нашего братства, то есть, где не проповедуется Евангелие. Пытаюсь подойти к центру, упираюсь лбом, как будто в стекло. Все люди проходят, я лбом упираюсь, не могу пройти. Думаю, обойду. Раз по краю, по над стеночкой, бух, опять лбом уперся в стекло. Стекла нету, все проходят. Я так, не могу пройти вперед. Понял, Бог не пускает, развернулся, пришел сюда. То есть я к чему это говорю? Таких моментов множество. Моя мама рассказывает, когда она перед тем, как покаялась, она шла в дом молитвы, а мы жили недалеко от дома молитвы, а это было советское время, и было позор быть баптистом, верующим, ну, считали, свет выключают, детей в жертву приносят, ну, всякую несентительность, кто кажут, говорили про нас с вами. И вот она рассказывает, опять же, ну, моя мама много видела, скажем так, или целый ряд видела видений, откровений, хотя она простая христианка. И одно из них, когда она говорит, я иду, вот, а тут, как всегда, соседи, пятиэтажный дом длинный, на каждой подъезде лавочки соседки, о, Галя, ты куда идешь? И, ну, она же так стесняется, она так стыдно, да, идет в дом Божий, ну, скажем, так, в дом молитвы, ой, засмеют. И, говорит, уже думал, так прошла, и тут сотрудница навстречу, о, Галя, ты куда идешь? И, ну, говорит, все так сложно. Но, говорит, впереди, как такой облачный столб, и из него ладонь. И я иду за ними. Иду, кто-то сзаду, так шут назад, что ты идешь, стыдно. Такой столб, ладонь. Я, говорит, иду, из него ладонь идет. Говорит, пришла в дом молитвы, покаялась. Опять же, не все из нас прошли через это, ведь так же? Кто-то просто достаточно было услышать Евангелие, сказать, Господи, прости меня, грешника, я грешный, осознать свое греховное положение, и Бог дает спасение. Но иногда такое происходит, иногда такое бывает. Но это нет необходимости в этом. Почему? У Павла была необходимость, потому что Евангелие не было записано. И вот в данном случае сам Христос сказал ему, ты идешь против меня, я Христос, ты гонишь меня, ты идешь против вражна, против этой вил, против этого кола, на котором ходит на медведя или любого другого хищника. У тебя нет шансов против меня. И в итоге апостол Павел, видя это или слыша этот голос, видя этот свет, он смирился перед Христом. Как вы думаете, это важное было видение для апостола Павла? Конечно, важное. Бог по пустякам просто так не действует. Как знаете, помните, я говорил, я видела сон, что там? Вот здесь темное, здесь светлое. Что это такое? Темное и светлое. То есть, как бы, мы должны понимать, что если, и мы увидим вот в тех откровениях и видениях Павла, что там нет просто так, ну, Богу нечего делать, а ну, что-то покажу своему служителю или просто христианину. Нет. Каждый раз, когда Господь что-то открывал, в данном случае Павлу, он делал это с особой целью. Но опять же, я подчеркиваю, сегодня у нас есть Евангелие. Нам не нужно для покаяния каких-то особенных потрясений. Хотя, как я уже сказал, мы можем привести целый ряд людей, даже вот здесь кто-то из вас, может свидетельствовать, как сверхъестественным образом. Бог вел нас в том числе в Церковь Христову и к покаянию. Но это не является обязательным для нас с вами. Если у кого-то есть вот подобный пример, как Бог особенным образом вел вас, вы можете об этом сказать. Да, Франц Николаевич, дайте микрофон, пожалуйста, Франц Николаевичу. Не будет слышно. Да. Братья и сестры, я вам расскажу один случай, который пережил в своей жизни. Но только я скажу, что я не видел, а слышал. Франц Николаевич, это вопрос, когда вы шли к покаянию или просто в вашей жизни? Это перед покаянием или уже в христианской жизни? Я был верующим человеком. А, уже, тогда присядьте, пожалуйста, потому что этому будет свое время. Если вопрос, как вот к покаянию вы шли, были ли какие-то чудеса в вашей жизни особенные, знаки какие-то Божьи, которые Бог являл? Я знаю, что вы можете стесняться, можете скромничать, но, как я уже сказал, это не обязательно, но иногда Бог и это показывает в нашей с вами жизни. Да, конечно. Дайте микрофончик. Перед тем, как меня покаяться, у меня было такое состояние, что я чего-то жду. Вот сейчас что-то будет, вот сейчас что-то будет, вот что-то случится, вот что-то будет. И тут, после того, когда я уже прошла крещение,
Я почувствовала, что это чувство просто ушло от меня. Uh-huh. Вот не стало у меня такого чувства. Такое какое-то исступление стало. Я не понимала, что мне делать. А вот потом через время где-то я поняла так, что Господь меня очистил, и потом я должна была Духом Святым напитаться. Потом я начала уже есть духовную пищу. Мне всего было мало, мне все было интересно, мне все хотелось. И тогда вот такое чувство радости меня охватило. Сразу я даже не почувствовала, что Господь меня радостью такой наделил. Вот такое было состояние у меня перед. Да, благодарим за ваше свидетельство. Действительно, кто-то сказал, что в душе у человека существует дыра в виде креста. Человек может бутылку туда вставлять, еще что-то. Все мимо, все равно есть вот такое. И для некоторых из нас, действительно, перед покаянием, мы чувствовали себя, что нам чего-то в жизни крайне не хватает. Нам чего-то нужно. И вот в момент, когда раз, и Господь дал свободу, дал, вот восполнил вот ту нужду. Пожалуйста, если кто-то еще хотел бы сказать о чем-то особенном, вот в моменте, когда вы шли к покаянию, вы можете это сделать. Ага, пожалуйста, Сергей Анатольевич, мы рады приветствовать брата с возвращением. Кстати, Сергей Анатольевич, секундочку, пока микрофон несут. Наши трансляции смотрятся из многих разных других городов. И один брат, служитель из другого города, сегодня говорит мне: а кто это из Западной Украины к вам приехал и проповедовал в воскресенье? Я говорю: из Западной Украины, воскресенье? Ну, я знаю, на украинском у нас Теодорович проповедует, но он же, я кажется, сильно Западной Украины, не с очень, то есть аж с Канады. А потом вспомнил: а, так Сергей Анатольевич. Я говорю: нет, так это наш брат. А, да, а то он за трусковец. Так что мы рады приветствовать брата. Включи. Мне. До этого я много раз, моя жизнь была в опасности, когда я в Афганистане был, и вот Бог мне просто в сердце спросил: вот помни, сколько раз ты мог погибнуть? А я действительно понимал, что реально это было чудо, когда, я же профессионал, я понимал, что вот в этих ситуациях я мог погибнуть, я должен был погибнуть. И Господь мне говорит в сердце: я столько раз спасал тебя вот для этого момента. И было такое ощущение, что вот передо мной поезд, и вот сейчас должен отойти последний вагон. И если я не успею туда войти, то я что-то потеряю безвозвратно. Я буквально, может быть, бежал, я не помню уже, но я очень быстро шел к кафедре, чтобы вот действительно молиться этой молитвой покаяния. И я действительно ощутил, что такое, когда Бог говорит в сердце. Я не слышал этот голос наяву, но такое я сам себе придумать не мог. Да, спасибо большое, брат Сергей, благодарим. Вот этот последний вагон, да, последний, может быть, шанс, и Господь благословил спасением. Слава Господу. Кто-то еще, может быть, хотел бы сказать? У нас четверговое собрание, вы помните, они не настолько формальные, как воскресные, поэтому вы можете делиться вашими переживаниями, вашим опытом, как вы шли к покаянию. Да, как я уже сказал, не обязательно это может быть чем-то сверхъестественным, это может просто быть реакция на Слово Божье, хотя в любом случае это реакция на Слово Божье. Но вот эти переживания или вот эти моменты, как Бог находил ключи к каждому из нас, да, то есть Он через что-то вот как-то вот с нами говорил. Допустим, для меня, я поделюсь очень коротко, то есть я не видел какие-то видения, но я помню, был момент, когда мне предстало идти в армию служить. Это был Советский Союз, и я понимал, что в армию идти служить, это могут забросить кто знает куда, то есть и там где-то прибить по-тихому, и как бы и никогда не вернусь. А Камчатка, то есть, страна ж огромная. Я понимал, я, знаете, вот так размышлял, и Бог говорит: Сергей, если ты не решишь вопрос со мной до... Ну, это было в сердце, вот как Сергей Анатольевич говорит, не решишь вопрос до армии, в армии ты упадешь настолько, что уже не поднимешься. Ну, в смысле греха. Я понимал, что я четко осознавал, если до вот момента, как меня обреют наголо и отправят куда-то подальше, я не решу вопрос с Богом, то я упаду так, что не вернусь уже христианином, то есть я не смогу подняться. И вот это где-то меня мотивировало, побуждало постоянно. Я откладывал, оно же как молодой, хочется еще где-то там каким-то образом пожить, но Господь вот настойчиво, это для тебя, вот осталось как бы вот не так много.
Вот это твой шанс. Хорошо, друзья мои, ну мы рады тому, что мы можем говорить об этом. Вот апостол Павел увидел такое видение. Это видение было особенным образом направлено на апостола Павла. Каждый из нас сталкивался с чем-то, может быть, в той или иной степени подобным, идя к покаянию. Хотя, опять же, мы говорим, что объективно есть Евангелие, и реакция на Евангелие каждого человека, она выражается в Божьей благодати и милости, в спасении, которое он дает нам с вами. Еще какие откровения или видения видел апостол Павел? Этой же главы 12 стих, мы читаем. В Дамаске был один ученик, а подождите, 12 стих, то за, так, 12 стих. И видел в видении мужа, это Саул говорит, он был слеп на тот момент, и видел в видении мужа по имени Анания, пришедшего к нему, и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. То есть это Господь говорит Анании, в откровении, что есть там такой Савл. Он слеп, но он мой избранный служитель. И он видел тебя. Он видел тебя. И он видел, что ты возложил на него руку, чтобы он прозрел. Вы помните эту историю? Она не испугалась, он слышал много плохого о Савле. И говорит, как? То есть я же как бы, но Господь сказал ему, она не иди, он твой избранный сосуд. Она не пошел в дом и возложил на него руки и сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тут как бы чешуя отпала от глаз его, он вдруг прозрел и встав, крестился. И приняв пищу, укрепился и был стал несколько дней с учениками в Дамаске. Вот еще одно Божье откровение для Савла. Он видел видение. Видел в видении мужа по имени Анания, который его исцелил. Как вы думаете, зачем вот это видение видел Савл? Зачем оно нужно было ему? Причем он видел реальную личность. И когда прозрел, увидел, о, я тебя видел в видении. То есть Бог как бы предсказал, Бог показал, вот что произойдет с Савлом в будущем. Зачем? Ну, по крайней мере, важно это было или нет. Контекст этого отрывка или этой события показывает о очень большом недоверии между Савлом и учениками Иисуса Христа. Вы видите, как Бог мотивировал Ананию идти к Савлу. Возможно, видение было даже не столько для Савла, как для Анании. Анания боялся, он не хотел. Но Бог говорит, слушай, у тебя уже нет выбора. Савл уже тебя видел. Другого посылать не буду. Так что встань и иди. Но он там убивал и так далее, этих женщин, детей, он за Христа. Встань, иди, он уже тебя видел. То есть ты уже как бы в моем плане там зафиксирован. Даже вот Савл видел, что ты с ним сделаешь. И для Анании это был очень большой мотивационный момент. То есть Бог послал его. Он сказал, иди, ты должен это сделать. Что мы знаем об Анании? Кто он был? Где он был? О нем мало что известно. Но Бог использовал его как инструмент. Помните, мы говорили, да, что Бог может использовать как инструмент не только там супер каких-то профессиональных служителей, каждого члена церкви. И, возможно, он не был служителем, а может быть, был просто братиком во Христе Иисусе. И вот Бог использовал его. И это видение не было просто там посмотреть интересный мультик или узнать, что же будет в будущем. Нет. Зная, что она не очень сложно решиться на то, чтобы пойти к Савлу и исцелить его по двум причинам. Во-первых, страх. Во-вторых, так он же много зла сделал христианам, то пусть страдает слепым, теперь всю жизнь будет, да? Иногда бывает у нас такое чувство. Хочу вот немножко отступление сделать. Когда какие-то люди идут против дела Божьего, первая реакция, которая у меня есть, Господи, ну, как бы расправься с ними по-быстрому. Ну, не против меня, а против дела Божьего. Да? Ну, знаете, там, да, мы там что-то, к примеру, благовествуем, а кто-то там начинает орать на нас. Господи, ну, пусть они имеют, да? Ну, вот первая такая мысль. Или убери его подальше, чтобы он не мешал. Вторая мысль у меня, я делился с вами. Я говорю, Господи, это молитва. Господи, не наказывай его слишком сильно. Он просто не знает, что идет против тебя. Помните, молитесь за обижающих, за проклинающих и так далее. Вот эта молитва, Славик Груньковский, как-то проповедовал, здесь очень хорошую проповедь на эту тему. Поэтому, Господи, он просто глуп. Он не понимает, что он делает. Он не понимает ту мощь твоего наказания и проклятия, которое идет за вот такими действиями. Поэтому прошу, не наказывай его сильно. Просто покажи ему, в чем он не прав. Совсем недавно, ну, как вы знаете, мы готовимся к R500. Естественно, многие служения, которые мы планируем, они планируются
городских помещениях и так далее. И вот один из наших служителей пошел в одно место, там, где мы хотим арендовать зал для того, чтобы провести богослужение евангелизационное. И вот какой-то заместитель там руководителя говорит: о, да, хорошо, как бы стоит там условно столько-то денег, столько-то десятков тысяч гривен, как бы все нормально, все устраивает, да. А вы кто? Баптисты. О, не-не-не, у нас все занято. Не, ну как бы, ну только что было не занято, а сейчас занято, ну как бы вы... Не-не-не, мы с баптистами, не-не, извините. То есть чиновник вот этот мелкий, да, он нарушил закон. Почему? Потому что дискриминация по религиозному принципу здесь светит. То есть целый ряд других, указ президента о том, чтобы способствовать проведению мероприятий Р-500, и еще многое-многое другое. И этот братик приходит и делится, и моя первая мысль: Господи, ну вообще, она еще, ее еще не уволили, этого клерка еще не уволили, или это чиновника. Да? И сразу такая мысль: Господи, да уволь ты ее по-быстрому, чтобы поставить другого человека, который нам даст зеленый свет. А потом вторая мысль: Господи, но ведь она не знает, что идет против тебя, а против твоего дела. И поэтому я прошу тебя, ты не наказывай сильно, где-то, ну, вразуми ее. Как бы мы можем пойти через Киев другими путями, как бы ее там по-быстрому, но, опять же, это же человек, это душа. Возможно, она столкнулась с каким-то негативным примером со стороны баптистов. И она объективно мыслит, они плохие. Может, она что-то слышала плохое. Но ты подарил нам с ней встречу. И вполне возможно, что этот человек, этот мелкий чиновничек, он в результате этой встречи станет твоим дитем. Поэтому, Господь, ну, первая мысль такая: убери ее как можно быстрее. Но с другой стороны, да нет, лучше спаси ее. Тогда у нас будет сестричка в этой структуре. Поэтому, друзья мои, как я уже сказал, Ананий по двум причинам мог не пойти или не хотел подчиниться Богу. С одной стороны, да, он боялся за свою жизнь. С другой стороны, о, наконец-то враг христианства повержен. Слава Богу, пусть остается слепым всю жизнь и помнит, вот как он бил женщин, как бил детей, как убивал мужчин за веру в Иисуса Христа. И для Анания вот эти слова Господа были очень серьезны. Анания, не-не, ты должен пойти. Почему? Потому что я ему уже показал тебя. Тогда не было фотографий, во сне он показал или в видении. И Ананий таки пошел. Вошел в дом, возложив на него руки, сказал: брат Савву, Господь, он назвал брата. Мне нравится назвать братьями моих братьев и сестер. Ну, может быть, это где-то как-то звучит так мило. А с другой стороны, это библейское выражение. Брат Савву, да. Все, Господь, вот он тебе явился, он меня послал, вот, пожалуйста, вставай, будем общаться. И прозрел. То есть, это видение важно было. Это не просто... Павел увидел, Савл увидел будущее, ну, было интересно, исполнилось на 100%. Вау, как хорошо. Нет-нет, во всем есть свой смысл. Бог не просто так не бросается откровениями в данном случае. Ну, и для Савла также это было очень важно, что Ананий, вот он видел, и когда... Есть очень важная мысль в этом, но опять же, по каждому тексту можно много говорить. Я очень кратко, я думаю, что вы размышляли, вы же в процессе были размышления тоже. В нашем мире, возможно, вы сталкиваетесь с оккультной практикой. Вот, к примеру, кто-то заговорил. Ну, у меня есть знакомый, его заговорили на смерть. И вот он, все у него рушится, он уже идет к смерти. Он идет там, к другой бабке: отговорите меня. Она говорит: нет, слушайте, у вас такой заговор, что я не могу как бы этот заговор аннулировать своими там колдовскими моментами. Он пришел к Христу, и Христос снял этот заговор. То есть человек жив, до сих пор служит нашей церкви. То есть я к чему это говорю? Что Христос ослепил Павла, и исцелить его мог только он. Никак никто другой. И для Савла это было очень важно. Ага, Христос забрал зрение, Христос самый сильный. Значит, никто, кроме него, не может вернуть это зрение назад. И когда Христос вернул назад зрение апостолу Павлу, или Савлу, на тот момент еще, то есть это было понятно, что Анании, что видение было от Бога. Потому что только тот, кто сильнее, или тот, кто, ну, скажем так, дал эту слепоту, он может ее забрать. И в этом смысле апостолу Павлу очень важно было это увидеть и понять, когда это исполнилось, что да, это было от Бога. Бог дал слепоту, Бог забрал слепоту. Я думаю, что, опять же, нам не нужно видеть будущее. Хотя во сне, допустим, в моей жизни было, я видел, как-то во сне прожил один день, потом через год или полтора я его прожил наяву. Ну, точно как было. Опять же, я не знаю почему. Вот я не могу это объяснить. Но таких случаев немало и в нашей практике. Возможно, если вы являетесь членом нашей церкви,
то ну, для нас это обычно. Мы просто об этом много не говорим. Если вы где-то посещали церкви, направления, где ищут всего этого. Но опять же, мы не похвалимся. Ну, к примеру, опять же, я говорю, моя мама видела много видений, откровений. Был момент, когда она увидела сон. И во сне касса, где продают билеты. Это было она еще много-много лет тому назад. Мы были еще маленькие. И она подходит к кассе, ну, люди покупают билеты и в кино там, или куда-то, покупают билеты, заплатили, купили. Подходит очередь моя мама, она подходит к этой кассе и говорит, женщина, дайте мне билет. Да, так женщина выглянула из окошка, внимательно посмотрела в лицо моей маме и говорит, нет, вам билет я не продам. Она говорит, ну почему, ну дайте билет. Нет, вам билет я не продам. Прошло какое-то время. Моя мама стояла на остановке, где-то ждала автобус. Где-то там, ну, как любая женщина в молодом возрасте, мечтала, ничего не видела вокруг себя. И вдруг слышит крик, и кто-то хватает ее за руку, из проезжей части выхватывает, и тут же пролетает автомобиль, который должен был сбить через мгновение мою маму. Мама смотрит, это та женщина, которая не продала ей билет во сне. Лицо один в один соответствует. Но опять же, мы можем об этом говорить, но мы этого не ищем. Это происходит в нашей жизни время от времени, но, как я уже сказал, что для нас есть объективное Слово Божье, и мы водимся Словом Божьим. Но когда такие моменты происходят, Бог дает их для чего-то. И моей маме это было это путь к покаянию. Это не просто так вот, ну просто так. Нет, это все показывало определенные вещи, которые вот Бог, ну как бы, подталкивал к вере в Христа, говорил о важности, о том, что мы временны здесь на земле и многое другое. Поэтому, опять же, я не хочу, чтобы сегодня наше служение было рассказами таких, ну, может быть, необычных историй. Потому что, как я уже повторяю, есть объективное Слово Божие, нам этого абсолютно достаточно. Но иногда Бог, не или не обращая внимания, может быть, на степень нашего служения и так далее, может действовать и таким образом, учитывая наши какие-то особенности внутренние, внешние, наши какие-то потребности. И мы видим, что в случае с апостолом Павлом, да, для она не очень важно было, вот, по крайней мере, по двум причинам, что Савл видел его в видении. Для Савла важно было понимать, что это действительно Христос, что это сила Божья его освобождает от слепоты, и вот это видение записано в Священном Писании. Давайте посмотрим, что еще, где, какие видения видел апостол Павел. Так, смотрим. Это Деяния святых апостолов, 16 глава, 9-10 стихи. Деяния святых апостолов, 16 глава, 9-10 стихи. «И было ночью видение Павла. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Опять же, помните, что я говорил, что видения апостола Павла были направлены на служение. Да? Вот в данном случае это конкретно говорит о том, что апостол Павел собирался идти в какое-то место для того, чтобы проповедовать Евангелие. Но Бог говорит ему в видении, явился мужчина. Возможно, он был специфически одет, потому что вот как-то апостол Павел узнал, что македонянин. А может быть, просто из его речи. Он сказал, приди в Македонию и помоги нам. И таким образом апостол Павел поменял все свои планы. Он подумал, что Бог призывает его идти в Македонию. И он пошел в Македонию. Помните, что с ним случилось в Македонии? Тюрьма. Внутренняя темница, ноги в колоде, но прославился Бог. Я думаю, что когда Павла потом схватили, когда били палками, рвали одежды, нанося много ударов, вот стих 22, народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, нанеся им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь, и ноги забили в колоды. То есть это было серьезное испытание. И, возможно, Павел вот тогда, когда его избивали, он думал, Господи, ну, может, это от дьявола было видение, что идти в Македонию. Ну, как бы, ничего себе подарочек. Ты призвал идти в Македонию, а тут меня бьют, причем бьют жестко. Но я думаю, что апостол Павел настолько доверял Богу, что такие мысли не пришли к нему. И в этом вопросе, в вопросе нашего с вами служения, как хорошо, что воля Божья нам служить не там, где мы прохаживаемся по зеленым улочкам и получаем только бонусы. Воля Божья нам служить там,
а тебе порой не сладко, а тебе порой трудно, тебе, может быть, даже побьют в духовном и физическом смысле. Не стоит говорить, если в служении проблемы, это значит, нам нужно бросать служение и идти там, где легко. Этот пример или это видение очень многому нас учит. Апостол Павел, то есть Бог, четко показал, это моя воля. Господи, но меня бьют. Это моя воля. Служить там, где легко, легко. Служить там, где я хочу, чтобы вы служили, непросто, но важно. И покаялся темничный страж, и многие люди покаялись после того, как их побили потом. Ну, вы помните эту историю. Павел и Сила, для меня это очень вдохновляющий текст, 25 стих. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Богу, избитые палками». Возбили палками? Вспомните. Ну, это больно. Ну, как бы в детстве кто-то ломакой по спине двинет, ходишь потом с синяком целую неделю. А это били много, били жестко, били крепкие мужчины, профессионалы своего дела. Потом еще, вместо того, чтобы оказать первую медицинскую помощь, ноги забили в колоду. Знаете, что такое? Ну, это неприятно. Во-первых, оно же все кровоточит, еще и в колоду ноги забили. И знаете, есть такие вот, когда иногда разъяренные милиционеры в прошлом, когда еще полиции не было, тебя арестовывают, то они наручники так затягивают, чтобы тебе было больнее. Ну, кто сталкивался с этим. Да, так дернут, чтобы ты потом синяки были такие, что это можно аккуратненько как бы, а можно жестко. Я думаю, что те разъяренные темничные стражи, которым приказано было жестко относиться к Павлу, ну, постарались забить ноги в колоды так, чтобы было не сладко. И в итоге, в ситуации, в которой нужно было сказать, Господи, что-то непонятный сон был от тебя, чи видение, какой-то македонянин, может, я ошибся, может, нужно было в другое место идти. Вместо этого апостол Павел, и это нам большой пример, он поет. Я не знаю, как он пел, может, как Валик, может, как Игорь Павлович, может, как я, может, как вы. Не знаю, как он пел, но написано, что они, молясь, воспевали Богу. Дуэтом, по голосам, или просто это было, знаете, как у Бурлаков, что это «Стонуть песни» зовется. Но в любом случае это было где-то такое, это не было ропот, это не было скыглыня, кто кажет, да, это не было такое «Боже, зачем?». Возможно, это были печальные песни, может быть. Может быть, это были радостные песни, но это были песни молитвенные, то есть в молитве они, молясь, и пели во славу Господа. И Бог совершил свое чудо. Бог открывает нам, где нести служение, разными путями. Я не знаю, как вам, я могу делиться, как мне Бог открыл, как служить. Вообще никогда не хотел быть пастором. Мне проще было быть преподателем библейского учебного заведения. Отпреподавал и свободен, на четыре стороны иди, весь вечер твой. А в церкви это круглосуточно. Поэтому где-то, но Бог мне показывал, Бог вам показывал. Кстати, не нужно ждать видения, чтобы узнать, где Бог хочет видеть нас в служении. Почему? Потому что уже достаточно Духа Святого, который живет в нас, наделил нас духовными дарами. Ленивый человек, он не может разобраться, где ему служить. Человек, который действительно хочет прославить Господа, он идет, слышит призыв и делает. Если это не его, Бог покажет. Если это его, Бог благословит. Но благословить не легким трудом. Проблемы, сложности будут. Но Бог благословит вот той удовлетворением, вот тем счастьем, которое ощущает христианин, который использует свои духовные дары в служении Богу. Это неимоверное счастье. Это сложно передать словами, хотя это больно, хотя это трудно, хотя иногда проблемы, как были у апостола Павла. Поэтому, друзья дорогие, очень хороший, нам не нужно, как я уже сказал, каких-то особенных видений, чтобы узнать, где Бог хочет использовать нас в служении церкви. Но это правильно. Если мы молимся, Господи, где ты нас видишь? Господи, используй нас. И вполне возможно, кому-то из вас, как и мне, Господь особенным образом открывал иногда, где мы должны служить Богу. Если кто-то хочет поделиться таким опытом, вы можете об этом сказать. Пожалуйста. Конечно. Микрофончик дайте. Возьмите микрофончик. Я работаю на ЮМЗ. На ЮМЗ. Да, вот так ближе. Угу. На ЮМЗ я работала, и вот мы... Соседка, я знаю, что в моем доме была верующая, там третий подъезд. Ну, я так знала о ней. Сейчас, секундочку, другой микрофон дайте. Я возьмите. Спасибо. И вдруг мы с ней
получилось, что мы выходим из маршрутки вместе, там возле нашего дома поюных ленинцев. И она мне поравнялась и говорит: «Маша, ты не была во дворце? Там такое служение идет верующий». А я говорю: «Та не было». И так, и она раз и пошла. А мне вдруг стыдно стало. Вот этот момент я до сих пор не понимаю. Почему мне было стыдно? Может быть, потому что все мои родственники и мамы, все были верующие. Ну, время такое было, что и гонение, все. Но главное, что на следующий день я приглашаю там одну Наташу. Говорю: «Наташа, давай зайдем во дворец вечером там, мимо по Титова идти и зайти во дворец как раз». Мы зашли, побыли, и служение идет. Ну, я вот это все. Хочется петь. Такое состояние. И вдруг приглашать. Я понимаю, что приглашают же на покаяние. И я просто бегу по этих ступенькам вниз. И начали нам, помолились над нами, вот те все, кто вышел. Наташа эту сторону ушла. Я говорю: «Да давай, иди сюда». Нет, нет, я так... И она вдруг, нам начали давать новые заветы. И дали по одному, и говорю: «Дайте мне еще». «Ну, мы вам дали уже». Я говорю: «Ну, дайте мне еще один». Знаете, вот такое состояние. Ну, а потом пошла же на Димитрова, сестра моя там уже была верующая. И вот так, и все, вот такое начало. Но почему-то вот мне вдруг стыдно стало, когда она сказала. Наверное, хорошо, Господь, благодарим слава вас. Слава тебе, Господь. Слава Богу за то, что Он действует так. Да. Благодарим, сестричка, возвращаясь к выбору служения. Как я уже сказал, что, конечно же, нам было бы проще, если бы Бог, там ангел пришел и сказал: «Так, сестра Маруся, я хочу, чтобы ты была благовестницей». Да? «О, хорошо, ангел». И пошла, взяла Евангелие раздавать. Но я же говорю, что так не бывает, так бывает редко. Бывает в жизни такое, но так бывает достаточно редко. С другой стороны, опять же, когда мы спасены Христом, у нас есть Дух Святой. Он дал нам дары Духа Святого. И использовать наши дары в служении Церкви можно только в том случае, когда мы хотим этого. Бог дает нам побуждение. Иногда человек много лет просидел в церкви и говорит: «Ну, я так и не знаю, как мне служить». Пастор или пасторы, или служители, проповедники десятки, сотни раз с кафедры говорят о возможности служить Богу. Вот сейчас будет РП500, сегодня братский совет. Мы будем говорить о создании церковного оргкомитета, который будет включать в себя 9 подразделов. Вы почитайте статью, в воскресенье она выйдет, статью в газете. Я вообще хотел бы, чтобы каждый член нашей церкви для себя определился, в каком из 9 направлений служения он видит себя в течение следующего года. Потому что есть очень много возможностей. И благослови нас Господь, чтобы каждый член церкви, 763 члена у нас церкви на данный момент, это, ну, мы убрали всех тех, которые, ну, как вы поняли, да, кто долгие годы живет в грехе, висит в списке членов церкви, я их не считаю. То есть они у меня в отдельном списке, там их 100. А я имею в виду тех, которые более-менее реальные. Я понимаю, что там 100-120 человек лежачих, там где-то 20-30 в отъезде, 30-40 еще где-то. Кто-то захромал, периодически подхрамывает. Но в целом, вот по нашим проверенным спискам диаконами, 763 члена церкви. То есть где-то по 100 человек в каждом комитете или в каждом служении на РП500. Почему бы нет? И кто-то скажет через 20 лет: «Да, я что-то так и не нашел себя в служении». А ты пробовал? Нет. Ангела ждал. Помните, я в прошлый раз говорил за семейную жизнь, да? Сидит бабушка, 80 лет ждала ангела, который скажет, кто мой муж. Так и не дождалась. То есть, так и здесь. Ждал, пока ангел явится и скажет, как служить. Так и не дождался. Это Бог не виноват. Наша леность, наша, может быть, где-то эгоистичность. Потому что служить Богу – это значит отдавать себя. Служить Богу – это значит жертвовать своим временем, своими силами и многим другим. Но проще от воскресенья до воскресенья приходить в церковь, так, где-то послушать, где-то оценить позитивно-негативно богослужение и в конце концов пойти и жить вот в таком темпе многие годы, пока Бог не даст истинного покаяния. Поэтому, друзья дорогие, в данном случае апостол Павел видел это видение. Ему это было нужно для того, чтобы нас научить. Он был точно уверен, что Бог послал его на это служение. Но это служение сопутствовали проблемы и трудности. И этому нам урок. Возможно, Павлу важно было это видение, потому что, когда его избивали, это было: «Господи, но ведь это от Тебя.
я ведь точно знаю, что от тебя. Поэтому вот эти избиения принимаю как от тебя тоже, допущенные тобой, как для твоей славы. Я уже как-то делился, что когда, ну вот уже в этой церкви мое служение более 6 лет. И я скажу открыто, неоднократно я говорил: Господи, зачем я здесь? Ну, они и без меня обойдутся. Может, ты призвал меня, чтобы как бы помочь восстановить дом молитвы, а дальше пусть уже сами. Ну, если как бы говорю, не слышат. Где-то пытаюсь что-то, какие-то служения, где-то, ну, не понимают. Может быть, как бы, ну, уже есть какой-то другой служитель, который как бы поведет их дальше. Неоднократно было, когда пожар случился: Господи, так а что, я ж не строитель. Ну, как бы, тут нужен пастор-строитель, пусть как бы будет. То есть, были моменты, когда очень, когда вот как палы палками били, так где-то в моральном каком-то эмоциональном смысле, я говорил: Господи, но то, что Господь четко мне показал, мое место здесь, давало мне силы перенести все испытания. И сейчас дает перенести, хотя не всегда легко. К чему это говорю? Пример апостола Павла через видение. Но у нас, допустим, у меня не было видения. Для меня было просто шаг за шагом открывающаяся воля Божья. Да, конечно. Вы знаете мою историю. Кто смотрел интервью год назад, оно было выпущено. То есть, я думаю, что все вы смотрели. Вы, может быть, заметили, что я для себя сказал: Господи, я хочу видеть Твою волю в 3 важных для меня событиях. Я не ставлю Тебе Божьи условия. Но если вот то, что я ожидаю, произойдет, то тогда, ну, для меня это будет четко ясно, что это Ты меня сюда призвал, в эту церковь. И Бог на 100% ответил мне. И поэтому вот это дает силы. Это дает где-то, даже когда сложно. Апостол Павел четко понял призыв Божий к служению. И трудности его не смутили, потому что он понимал, что это Божий призыв. Поэтому, друзья дорогие, этот урок или это видение показывает нам, что служение Богу – это не там, где легко. Это порой трудно, но если Бог поставил нас служить, мы служим. Помните, мы изучали 4 главу 2 послания апостола Павла к Коринфянам. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнувши все там и так далее». Замечательный текст. Милость Божья в служении дана нам Богом, и мы не унываем. Мы идем дальше, потому что где-то поворот может быть где-то, или, скажем так, финал может быть, или как, успех может быть за поворотом, до него не дошли, 2 шага развернулись. Было у вас такое? Когда вы шли куда-то, заблудились, и вот, ну, до перекрестка, махнули рукой и пошли назад. А оказалось, что нужно было еще пройти 5 шагов, и адрес, в который вы шли, вот тут. Поэтому даже это видение, о котором мы говорим, оно учит нас многому, и для апостола Павла это было очень важно, чтобы понять, что Бог призывает его к служению. И это помогло ему перенести большие испытания, которые пришлось ему перенести в его служении в Македонии, куда он пошел. Хорошо, как вы видите, что у нас мы поговорили только о 3 видениях апостола Павла, а время летит не очень быстро. Поэтому, может быть, давайте вскользь, не сильно размышляя, упомянем остальные. Пожалуйста, кто еще? Это у нас какая глава? 18 глава, 9 стих. Я очень рад, что вы прочитали за эту неделю Деяния святых апостолов. Я думаю, что вы читали внимательно и смотрели, и выписывали. Как меня радует, когда люди читают Библию. Ну, не только меня, всех нас, проповедников, служителей, радует, когда люди читают Библию. И хорошо, 18 глава, стих? Стих 9. 18 глава, 9 стих. «Господь же в видении сказал ночью Павлу: „Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе“. И он остался там, и 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божьему». С чем связано было это видение апостола Павла? Что Бог хотел ему сказать? Или что Бог, какую цель Бог преследовал? Вдохновлял опять в служении. Вдохновлял в благовестии. Опять это не было просто так, ну, ради интереса. Был момент. Опять, возможно, апостол Павел думал, что мое служение здесь закончилось. Покаялся Крисп, начальник синагоги, уверовал Господа и весь дом его. Есть ключевой лидер. Можно как бы идти дальше организовывать церкви.
Но даже ключевой лидер, он нуждается в духовной опеке, в духовной подготовке, в духовной поддержке. Каждый из пасторов, каждый из нас имеет однозначно нужду в духовных наставниках, в брате, с которым можно поделиться своими переживаниями в личном формате, а не в формате церковном, где-то молиться друг о друге. И опять же, для меня это был очень такой момент трогательный, когда была ночная молитва, я об этом упомянул в газете. Ночная молитва, там баптистские церкви наши собирались в церкви «Надежда», и там было несколько пасторов и диаконов из разных церквей наших баптистских. И я помню, что был момент, когда часа в 4 ночи мы попросили всех присутствующих помолиться о нас. То есть мы молимся обо всех постоянно, это нормально, но вот помолиться о нас. Знаете, мы стали, молодежь стала вокруг нас, и каждый из них имел возможность помолиться о наших нуждах. Мы сказали о наших нуждах, о том, что нам болит. И люди просто молились, просто благословляли нас, просто просили Бога благословения. Это особенное переживание. В данном случае Бог ободряет апостола Павла. Кстати, опять же, еще не было записанного слова. Да? Для нас это слово уже записано. И поэтому нам не нужно, чтобы нам явился в видении Господь и говорил: Сергей, там, Павел, Василий, еще кто-то, ободрись, не бойся, потому что Бог уже сказал через свое слово. Но иногда в какие-то моменты бывает и такое, когда Господь говорит: давай, ободрись, не бойся, действуй, трудись, служи. Хотя, опять же, я подчеркиваю, нам достаточно Слова Божьего. Еще раз одно откровение, которое касается конкретно служения, конкретно проповеди Евангелия, конкретно вдохновляющее Слово для чего? Для служения Богу. Я рад тому, что вот и это откровение, оно опять не пустое, не какое-то неважное, оно связано с служением Богу. И это откровение, данное Богом Христом Павлу в видении, сегодня дано нам в Слове Божьем. И поэтому, брат, сестра, если вы чего-то боитесь, если вы где-то удерживаете свой язык от благовестия, я говорю это в первую очередь себе, потому что на этой неделе я смолодушествовал в одной ситуации. Я очень жалею о том, что я не сказал этому парню об Иисусе Христе, а была возможность. Бог просто ткнул мне его в общение, а я где-то... То есть я такой, ну, мы иногда не делаем всего того, что хочет сделать от нас Господь. Где-то нам нужно ободрение, нам нужно вдохновение, нам нужна мотивация. И вот это слово для меня просто: Господи, благодарю. Ты говоришь: не бойся, говори, не умолкай, потому что я с тобой, и никто не сможет не сделать тебе зла. Так, побьют палками. Так это ж не зло, это мелочи. Зла тебе никто не сделает. Ты... Служи, у меня много людей в этом городе. Я думаю об Р-500. Простите, я часто об этом думаю, потому что, ну, это возможности. И вот я думаю о городе Днепре. И вот сегодня Господь говорит мне и тебе, дорогой друг, у меня много людей в этом городе. Но кто им скажет обо мне, об Иисусе Христе, о спасении? Кто, если мы, баптисты, как всегда, умно промолчим, считая, что пусть другие занимаются благовестием? Пусть другие говорят об Иисусе Христе. Простите, и, может быть, я кого-то обидел, сказал, мы баптисты умно промолчим, но где-то, возможно, нам иногда не хватает вот того просто такого желания благовествовать. Мы много знаем, мы колоссально много знаем, но зачастую то, что знаем, нам нужно просто сказать. Ты говори, потому что много людей в этом городе. Сколько в городе Днепре в этом году людей, которых Господь хочет, чтобы они спаслись. Тысячи, десятки тысяч, а может быть миллион. Вы скажете, это невозможно. Помните, я вам говорил за монаха Савонаролу. Это один из предвестников реформации. Это человек, который в свое время проповедью Евангелия перевернул мышление жителей всего города. Когда закрылись в этом городе Флоренции, городе, государстве в Италии, закрылись пивные полностью, они разорились, люди перестали пить алкоголь. Когда прекратились карнавалы, потому что они были связаны с поклонением идолам, а также были, ну, с сексуальной распущенностью. Когда воскресенье в первой половине дня на улицах не было ни одного человека, потому что все они забивали храмы. Вы говорите, такое невозможно в городе Днепр? Что, Бог не может? Я не говорю, что Он это сделает. Он суверенный, то есть мы не можем Ему указывать. Но сколько людей в этом городе, в городе Днепре, за этот год должны услышать Евангелие, потому что Господь хочет, чтобы они это услышали. И насколько Он рассчитывает на нас с вами. Крестить в следующем году 200 людей, а может 300, а может 1000, а может быть ни одного. Знаете, со стороны Бога все сделано. У Него много людей в этом городе. И поэтому вот эти слова, которые Он сказал лично апостолу Павлу в видении, сегодня Он говорит мне и вам через свое святое слово. Не бойся, я с тобою. Открой уста. Множество людей в этом городе
ждет Евангелие. Пожалуйста, скажи Евангелие. Год и шесть месяцев. Это меньше, чем год празднования реформации. Но у нас есть, ну опять же, может быть больше, может быть Христос не придет, может быть двери благовестия не закроются через год, и мы еще сможем благовествовать. Но как минимум у нас есть возможность в этом году. Поэтому, друзья дорогие, хотел мало говорить, но эти слова просто вдохновляют. Эти слова просто дают силы, потому что Господь так работал с апостолом Павлом. Он так работает с нами. Есть еще видение, которое видел апостол Павел в книге «Деяния святых апостолов». Подскажите мне, пожалуйста. 22 глава, 17-18 стихи, правильно? «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел в выступление и увидел кого? И увидел его. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут свидетельства обо мне. Я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда пролилась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я стоял там, я одобрял убиение его. Но он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Опять, с чем связано видение? Со служением, с направлением на служение, с ободрением в служении. Бог не разбрасывается видениями, откровениями. Бог делает все для того, чтобы мотивировать нас выполнить наше предназначение на земле. И апостол Павел молился. Время молитвы он увидел Иисуса. Такого ли, как там, на дороге в Дамаск, если он его там видел физически? Такого ли, как который рассказывал ему, как совершать вечерю Господню? Такого ли, как в других видениях? Мы не знаем. В каком... Павел, скорее всего, не видел Иисуса во плоти. Он жил в Тарсе, где-то далеко от Иерусалима и тех мест, где ходил Иисус Христос. Но вот он увидел его, он узнал. И он получил направление в служении. Тебя здесь не примут. Тебя помнят, каким ты был извергом. Как ты бил людей. Как ты бил христиан. Как ты садил их в тюрьмы. Как ты радовался смерти Стефана. Поэтому иди далеко к язычникам. И он пошел. Он послушался Божьего призыва. Когда он делился этим свидетельством, помните, чем все это закончилось? До этого слова слушали его, а за этим подняли крик, говоря, истреби из земли такого, ему не должно жить. Ну, потом история очень интересная, я ее люблю, часто вам рассказываю, как его там чуть не побили. Но в любом случае еще одно видение. Опять на служение мотивации. Иди, я тебя для этого избрал, ты делай то, что я хочу, чтобы ты делал. Что еще? Какие видения? Давайте мы сокращаем. 23 глава, какой стих? 11 стих, все правильно. 23:11. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Опять связано со служением. Опять связано с ободрением в служении. Опять связано с расширением пределов служения. Ты в Иерусалиме говорил, тебе пора идти в Рим. Там служить. Бог расширяет твои пределы. Возможно, через эти слова, через объективное Божье откровение в Его Святом Слове, Господь говорит тебе сегодня, брат и сестра, и мне, ну, пора расширять твои пределы. Ты уже многому научен. Ты уже много умеешь, много знаешь. Пора браться за новое дело. Пора включаться в служение, в котором, может быть, ты думал, ну, у меня не хватит на это времени, сил, способностей. Почему бы нет? Возможно, сегодня через слова, которые Павел услышал физически, то есть от Бога, сегодня через Слово Божие он говорит нам. Я еще хочу, знаете, вот тоже интересно. Я слушал историю про миссионеров. Ну, вот наши миссионеры, как я уже рассказывал, трудятся где-то в 70 странах, украинские миссионеры в 70 странах, и большинство этих стран – это страны третьего мира. Я когда слушал эту молодую парочку из Киева, одной из киевских церквей, которые поехали в Папуа-Новую Гвинею проповедовать об Иисусе Христе, я смотрел на них, как, извините за выражение, как на не совсем здоровых. То есть, ну, вы понимаете, в каком смысле. Люди поженились и поехали. Ну, туда, где недавно людей ели, как бы людоеды живут, бывшие. Как говорят, наркоманов бывших не бывает, хотя Христос исцеляет. Так и людоедов Бог исцеляет тоже. Они говорят, а Бог нас позвал. Как вас Бог мог позвать? Ну, каким образом?
Но Бог им одним понятным языком, через слово, через обстоятельства, через какую-то внутреннюю любовь к людям из Папуа Новой Гвинеи, Он дал им ясное направление. Именно эта страна. Я помню, беседовал с семьей, которая уезжала в Сирию. Я уже как-то упоминал об этом. Трое детей. В Сирии на тот момент войны еще не было, но начинался военный конфликт. Я помню, мы сидим с ними, я смотрю им в глаза и говорю: слушайте, ребята, зачем? У вас трое маленьких детей. Вы белые, ну, он рыжий, она светлая, то есть, ну, вы явно не похожи на сирийцев. Вы там будете изгоями, вы можете погибнуть. Они говорят: нас Бог зовет. Ну, не может такого быть. Ну, как, Боже ж, ну, куда зовет? Нас Бог зовет, и мы не можем не ехать. Я на днях, пару месяцев тому назад встретил этого братика. Я рад, это в Египет они уехали. Пережил две войны в Египте. Ну, две войны было в Египте за время его там пребывания. И он говорит: братья и сестры, как я благодарю вас за ваши молитвы, за ваши слова ободрения. Как это замечательно. Мы трудимся там, мы на своем месте. Хотя иногда кажется, что мы здесь делаем? Среди этих черных детей, ну, я помню, я говорил, что они везде, то есть с этим. Но мы трудимся и благодарим Бога. К чему призывает тебя сегодня Господь? Меня? К какому служению? Я не говорю, что нужно сейчас все бросить и ехать где-то в какую-то страну и там умереть за Иисуса Христа. Это можно делать по плоти, знаете, но важно делать по духу, не просто на эмоциях, не просто, знаете, ну давай, давай, погнали, а куда? Да не знаю, Бог разберется. Нет, Бог дает ясное понимание. И апостол Павел, он растолковывает. Павел немножко не понял, но он опять, Господь растолковывает: ну тебя здесь не примут, ну бьешься об стенку. Вот есть направление для тебя, вот иди туда, в Рим, и там в Риме ты будешь проповедовать Иисуса Христа. И он был сильный в своем служении. Когда ему, помните, как падали на шею эти в Ефесе и плакали, он говорит: все, мы уже не увидимся, все, конец, то есть до свидания, встретимся на небесах. Когда пришли эти пророки, говорят: все, там узы ждут тебя в этом Риме, куда ты идешь? Ты давай как-то можно провилять, где-то остаться. Нет, я иду в Рим, чтобы умереть, я знаю. Не, в Испанию еще хочу сходить, но, в принципе, меня там ждут узы. И он был сильный, потому что Бог дал ему ясный призыв, такое внутреннее, ну, в данном случае физически, а часто мы получаем такую внутреннюю жажду или тягу к тому, чтобы вот именно совершить для Бога то служение, которому нас призывает. Брат Давид, часто по субботам мы молимся о разных странах. И вот почему-то, ну, опять же, я не собираюсь никуда ехать, сразу скажу. То есть ни в какую другую страну. Бог меня призвал здесь, я понимаю, что я здесь должен быть. Но где-то вот наш братик из Конго, Демократическая Республика, брат Алан, да, пастор написал письмо, что брат хороший, все как бы нормально, принимайте его в члены церкви. Написал на английском, хотя говорят по-французски, на английском с ошибками. Но тем не менее, как бы понять можно, прочитать можно на официальном бланке с печатью и подписью. Это было сложно, полгода мы ждали, потому что там сложно и с принтером, и с интернетом, и со всем остальным. И пастор поехал посетить кого-то за, ну, месяц посещал кого-то там, где-то ездил по этим саванам, или что там у них растет, какие там местности в Демократической Республике Конго. Но я смотрю, что действительно Господь, когда призывает нас к служению, и вот дает желание о ком-то молиться, или кому-то служить конкретно, то скажите Господу «да». Сегодня, как я уже сказал, можно не ехать далеко. Сегодня в нашем городе живут множество людей. Знаете, один из отделов Р-500 – это социальный отдел. И вчера я был на встрече оргкомитета, и очень хорошую мысль сказал один из членов оргкомитета. Когда сказали: а чем должен заниматься социальный отдел в рамках празднования 500-летия реформации? И один сказал очень хорошую мысль. Узнайте, какие есть социально нуждающие, или есть какие категории людей испытывают нужду и боль в нашем городе. Проведите исследование, узнайте, и давайте послужим им. Сразу на первый взгляд приходит: о, кто у нас? Беженцы, сироты. И это точно, им нужно служить. Но это не две категории, которые просто кричат: Господи, помоги. Есть еще целый ряд категорий. Знаете, я много слышал, я сталкивался с этим, но когда вот Альфа-Мега проводила День Благодарения, и они привезли из интерната для детей инвалидов деток.
Не, я с некоторыми из них знаком лично. Одна из них там победила на Паралимпиаде там, или что-то, завоевала серебряную медаль. Девочка, которая катается на этой колясочке. У нас сережка есть такой. То есть... Но одно дело знать, где-то может прийти песню спеть, банан дать. А другое дело вот столкнуться с ними не как пастор, не как проповедник, а как просто вот мне удалось, Бог дал благословение послужить автомобилем и помочь им садиться в автомобиль и вытаскивать из автомобиля. Я так посмотрел, мы разговорились, мы пообщались с этими ребятами в неформальной обстановке, между нами не было кафедры. И для меня там 7, до 70 детей находятся в этом месте. Понятно, нас там не особо жалуют, то есть, ну, может быть, не, мы не можем так открыто проповедовать им Христа. Но это удивительные люди с удивительными судьбами. И тот парень, который весит, я не знаю, килограмм под 100, у него нет ни рук, ни кистей, ни ножек. То есть, ну, как бы, вот есть только, то есть, нижние части конечностей, видать, отморозил, просто пообрезали. Ну, и таких там полно. Я не хочу сказать, что это третье, и все, больше нет категории людей. Как важно нам вот чувствовать боль нашего народа, боль людей. И, может быть, Бог сегодня призывает нас с вами быть Божьим ответом в их жизни. Это не всегда просто, это так часто мерзко, в том смысле, что иногда неприятно с ними общаться. Но многие из них, даже вот если вы вообще как-то иногда общаетесь с бомжами, я не говорю, что нужно, ну, по плоти ничего нельзя делать. Можно по плоти, о, пойду с бомжами благовествовать и заболеть туберкулезом. То есть нужно действительно вот понимать, что Бог посылает меня туда. Бомжи очень умные люди. Многие из них это умнющие люди, но грех довел их до такого состояния. И им нужно помочь, подтолкнуть плечо. На днях меня один так достал этот бомж. Но, опять же, я уже через внутреннее отвращение, через какие-то эти самые, сажу его в машину воняющую. То есть я к чему? Но надо дать им шанс. Я не хочу говорить о себе сегодня, я хочу говорить о нашей церкви, потому что наша церковь трудится в этом направлении. Но, опять же, кто знает, вот, если, может быть, Господь вот хочет показать нам ту категорию, которая болит сегодня, у людей нашего города, и быть ответом для них. Господь призывает к служению, Господь расширяет наши пределы. И если Он учит нас годами, а мы остаемся на том же самом месте, в вопросе наш, смотрите, все откровения, которые даны были в видении апостолу Павлу, связаны с вдохновлением к служению, с мотивацией к служению. То есть Бог толкает на исполнение нашего предназначения. Давайте посмотрим еще, что из откровений Божьих. Из видений. А, время. Все, тогда я просто перечислю. Запишите дома, почитайте. Я думаю, это будет интересно. Это 27 глава Деяний святых апостолов, 23-24 стихи. Что касается видений, это что касается откровений в посланиях Галатам 1.12, Галатам 2.2 и Ефесянам 3.3. Почитайте, посмотрите. Я думаю, что для многих из вас, для многих из нас, прошу прощения, я тоже такой же, как и вы, для многих из нас вот эти вещи, когда Бог говорил Павлу через видение откровения, а нам через Его Святое Слово, послужат тому, что мы с вами будем теми инструментами в руках Божьих, которые достойно прославят Бога в нашей с вами жизни, тем более в предвестии года реформации. Не хватило времени дойти мне до жала в плоти, до этого позорного столба, до этой проблемы колоссальной в жизни, до этого ангела сатаны. Если Бог позволит, поговорим в следующий раз. Но мне очень хотелось, вот, чтобы по домашнему заданию, которое было, мы с вами сегодня поговорили. И мотивировать нас к тому, что нам не нужно искать откровений. Все, что нужно, записано в Слове Божьем. Но если Бог по милости своей, для определенной цели, дает нам какое-то особенное, сверхъестественное откровение, не следует этого пугаться, следует, если это в контексте Слова Божьего не противоречит, сказать, да, Господи, и... Все это связано у апостола Павла было или с покаянием, призывом к покаянию, или с мотивацией в служении. Благослови нас Господь, чтобы после каждого откровения, которое Он нам даст, через Его ли Святое Слово, или сверхъестественным образом, мы еще больше служили Богу, еще больше были мотивированы для того, чтобы прославить Бога. И в завершение. Я помню, как-то лет 6 тому назад с этого места говорил такой известный спикер Скопич. Как его зовут? Я забыл. Николай Скопич. Я как раз не был, это было то воскресенье, которое я не был здесь, то есть я бы тогда через воскресенье приезжал. И я помню, что в интернете кто-то под именем Дима написал следующее.
Это была замечательнейшая конференция. Я настолько мотивирован служить Богу, я готов для Бога совершить великие дела. Если вы помните, я несколько богослужений после этого говорил: «Дима, если ты слышишь меня, подойди, пожалуйста, ко мне. У нас есть что делать. Мне нужны люди, которые готовы служить». Я по сих пор не знаю, что это за Дима. Я к чему это говорю? Мы можем много говорить. Мы можем умиляться сердцем, читая Слово Божие, находясь на богослужении. Но Бог ничего не делает просто так. Если бы, получая Божье откровение напрямую, или мы, получая Божье откровение через то, что читаем в Библии, если бы апостол Павел услышал Иисуса Христа и сказал: «Рим, хорошая идея, пойду в Индию», или: «Да не, лучше посижу в Иерусалиме», что бы изменилось? Поэтому я хочу сказать, братья и сестры, что Слово Божие, оно просто так не звучит. И Божие откровения, будь то через Слово или подтвержденные Словом сверхъестественные, они даны нам для того, чтобы мы их реализовали в жизни. И благослови нас Господь. Особенно я подчеркиваю, в свете года празднования Реформации, благослови нас Господь быть теми людьми, которые смотивированы Богом на служение, которым даны нам Богом великие возможности, которым Бог обещал, что путь будет нелегким. Но в этом пути будет особое Божье благословение. Пройти его достойно для Божьей славы. Аминь. Франц Николаевич, да, пожалуйста. Конечно. Так уже ж времени нет. Братья и сестры, я вам расскажу один случай, который я пережил сам лично. И я был очень потрясен этим случаем. Я работал в заводе в лаборатории автоматизации. Наша лаборатория разрабатывала некоторое оборудование, которое потом испытывали его, вот, и запускали в производство. Но я там был наладчиком по электрооборудованию. Мое задание было подготовить эти все схемы для работы. И когда однажды сделали одну установку и поставили ее в конце цеха, вот так на таком расстоянии, как вот до хора внутри цеха, я взял чертежи, взял приборы, взял необходимый мне инструмент и пошел туда, разложил, нашел там ящики, разложил эти схемы, открыл шкафы для доступа в это электрооборудование, поставил стул, сел на этот стул. В это время проходит надо мной кран мостовой. Где-то такая ширина цеха, как вот наш, как наш молитвенный дом, и высота до крана, вот как до потолка. Он почему-то на такой большой скорости идет, я не знаю, или заснула там крановщица, и со всего маха он как ударит в тупик. Аж цех, вы знаете, так ходором заходил. Все люди кричат: «Что ты там, кто пальцем показывает, что ты там спишь, что ты делаешь?» А она молчит. Ну, я на нее посмотрел, кран остановился как раз надо мной. Я посмотрел, люди эти порасходились, а кран стоит. Я беру отвертку и залажу туда прибор, он глубоко там. И только я туда заложил руку, я слышу голос. И этот, я не могу сказать, где этот голос был. Не то в голове, не то в груди, не то где-то, ну где-то во мне, в середине где-то. И у меня четким таким голосом говорит: «Встань, отойди». Я думал, что это кто-то где-то видит меня и что-то говорит. Я посмотрел направо-налево, никого нету. Я опять за отвертку туда, только туда руку протянул. Более строго мне говорит: «Встань, отойди». Вы знаете, у меня аж так мурашки по телу побегали. Да что такое? Я опять посмотрел, никого нету. И опять я лезу в эти приборы.
Но когда третий раз я сказал, встань, этот голос услышал, я встань, отойди. Это был такой, знаете, как, ну, как командир полка приказ дает, что не подчинишься, подчиниться нельзя. Я поднимаюсь из стула. В это время крановщица задумала отогнать кран. Я только сделал шаг назад, она поворачивает контролер, кран дернулся. Но тогда, когда оно ударило, то, оказывается, слетел чехол, который там на тележке, где эти вращающиеся механизмы, слетел чехол такой, который накрывал эти механизмы, чтобы никто туда, в целях техники безопасности. Он тяжелый, где-то килограмм до 100. Ее, чтобы поставить, надо несколько человек, чтобы ее поставить. Но, оказывается, слетел и там за что-то зацепил, чтобы он не полетел вниз. И когда она тронула контролер, я в это время сделал шаг назад, этот чехол срывается и падает вот на то место, где я сидел. Прямо на этот стул в щепки разлетается, все эти ящики, на которых чертежи мои лежали, значит, вот так вот переломались. У меня, вы знаете, дыхание захватило, понимаешь? Люди бегут. Ты живой? Живой. Да что ж такое, понимаешь? А чего она поехала? Что упало? Я говорю, я не знаю, что упало. Вот оно лежит, то, что упало. Но я слышал, когда мне была команда, встань, отойди. И вы знаете, что я вам скажу? Я очень часто этот случай вспоминаю. Я не могу себе дать отчета, не могу сам себе объяснить, что за голос и где он во мне был. Я чувствую, что где-то в середине у меня. Я только делаю такой вывод, что Бог никогда не опаздывает. Бог может спасать в любом положении, Бог может давать сигналы и помощь в любом отношении. И поэтому будем верить, друзья мои, что Бог силен нас спасать. Да, благодарим, Франц Николаевич. Можно много говорить случаев из христианской практической жизни, как Бог избавлял и благословлял, и вдохновлял, и открывал те свои планы относительно служения. Но пусть Бог благословит нас, братья и сестры, весело смотреть в будущее для того, чтобы быть теми сосудами, о котором Господь сказал, она не относительно Савла, он мой избранный сосуд для определенных целей, для определенного служения. У нас не получилось сегодня не по зависящим от меня причинам сказать вам о тех парламентских слуханиях, которые были на тему права дитини в Украине, потому что у меня на флешке есть этот материал, а наших вот друзей, которые проецируют, нет сегодня на месте почему-то. Поэтому, даст Бог, мы все-таки это с вами информируем вас. У нас есть благодарности, которые брат Петр Никифорович читал, и, как всегда, есть молитвенные нужды. Я в воскресенье зачитывал их только в имена, которые были в определенных нуждах. Сейчас я зачитаю их все, и мы помолимся нашему Господу, потому что время нам оканчивать вовремя, и пусть Бог благословит. Молитесь, чтобы Бог благословил нас и сегодня на братском совете или церковный совет, чтобы все вопросы, которые связаны с устройством церкви, они были благословенно разрешены для того, чтобы Господь был прославлен, и созидание церкви было действительно стройным зданием, которое растет в святой храм Господи, как говорит апостол Павел, который в главе послания к Ефесянам. Итак, давайте мы стоя выслушаем духовные нужды. О духовном росте в семье Ирины и о благовестии в служениях Надежда Чепурная, о приходе в собрание и покаянии семьи Ульяновых, мамы и 6 детей, сестра Надежда, о приближении к Богу Зои, недавно похоронила свою маму, о приходе к Богу всей ее семьи, сестра Светлана, о покаянии тестя и бабушек Виталия Дегтяренко, о духовном исцелении сына Александра, сестра Галина просит, о духовных силах сестра Лариса, о покаянии дочери Виктории, о духовных силах, то, что Сергей Владимирович говорил, в Господе есть сила, если вы читаете Слово Божие и имеете общение с Богом, Бог будет давать вам силы для служения. О покаянии дочери Виктории, Лариса Вандюк, о духовной поддержке в испытаниях, сестра Мария,
о спасении Инны, Екатерины, Алены и ее семьи, ее родителей, племянников и всех родственников Нина Анопа, о благословении и охране Софии и всей ее семьи, сестра Ольга Вышиванова. Здоровье. О выздоровлении мужа Евгения, сильный бронхит, сестра Наталья просит. О здоровье просит сестра Антонина Глазунова. О здоровье жены просит Виталий Дегтяренко. Об исцелении и физических силах Максима Зюзина, в третий раз воспаление легких. Сестра Лариса обращается с просьбой. Об исцелении дочери Виктории, сестра Лариса. Об исцелении от болезней, сестра Мария. Об исцелении и восстановлении Карины, Марка, Арсения, Галины, Екатерины, Анастасии, Аллы, сестра Мария обращается с просьбой. О здоровье Софии и всей ее семьи, Ольга Вышиванова. О здоровье Веры Павловны, чтобы могла посещать собрания, брат Михаил. Прочие нужды. О подготовке прославления на Рождество, с программой для инвалидов или инвалиды, которые участвуют для инвалидов. О Владимире, второй раз в тюрьме, Надежда Чепурная. О благополучном распределении детей из закрывающегося Никопольского интерната, сестра Виктория. Об удочерении Дарьи, сироты, 13 лет. Об усыновлении Александра, сироты, 8 лет, сестра Надежда. О разрешении Господом сложной ситуации в жизни, сестра Мария. О Божьей помощи в приобретении жилья, Мельник, без имени. Фамилия есть, имени нет. Может быть, у вас есть, братья и сестры, есть тоже такие острые нужды, вы можете сказать в церкви, мы помолимся Господу. Я хочу попросить молиться, но это, с одной стороны, как благодарность, с другой стороны, это еще молитвенная просьба. Когда я приехал в эту область, я обратил внимание, что в области нет такого места, где мы могли бы проводить христианские лагеря. У адвентистов есть, у пятидесятников есть, у харизматов есть, у еще каких-то есть. А мы, баптисты, как бы не имеем такого места. И вот тогда, когда еще тогда Максим, братик, мы начали проводить лагеря, мы постоянно арендовали то одних, то других. Вот внутри было такое сильное желание и молитва, не только у меня, у нас, чтобы Господь дал нам такое место, чтобы мы могли сделать, чтобы мы имели место, где могли бы проводить наши молодежные какие-то встречи, какие-то лагеря, там, я знаю, какие-то конференции с ночевками. И, Бог как бы творит чудеса. Но это еще, сегодня мы с представителем города смотрели несколько участков, которые город готов выделить нам под подобный проект, на котором мы можем построить два в городе Днепре, два дома или три дома для приемных семей, это минимум 30 детей приемных, и также какой-то христианский духовно-оздоровительный комплекс, в том смысле, где можно проводить стационарные лагеря, всевозможные мероприятия, связанные. Это огромные участки земли в нашем городе. Понятно, что не в центре, но сегодня мы посмотрели один, где-то гектар, второй где-то под 2 гектара. И понимаете, что просьба молиться о чем? То есть они говорят, вы решите, какой вы берете, и решите побыстрее. Поэтому вот мы сейчас, как были пастора нашего города, мы смотрели, и мы все сошлись с тем, чтобы тот, который больше, там он близко к развязке, близко к остановкам, близко к трассе, или к магистрали нашей городской, одной из наших городских магистралей. Поэтому, с одной стороны, это благодарность, с другой стороны, это молитва или молитвенная нужда, чтобы Господь помог все эти законные моменты пройти успешно, и чтобы, возможно, уже в этом новом году, летом, мы проводили христианские лагеря всевозможных на нашей территории, приспособленные именно для проведения таких мероприятий. Там же планируется построение и открытие еще одной церкви. То есть люди, которые готовы строить дома, строить церковь. Но пока нет, кто строить лагерь будет. Найдутся. Если Господь открывает двери, то Он же открывает. Поэтому, пожалуйста, молитесь. Я не говорю детали, конкретики, потому что все еще только в процессе, но уже есть серьезные продвижки в этом вопросе. Молитесь, чтобы Господь благословил. Степан Васильевич, он вернулся, благодарит вас за молитвы. Сегодня он уже был на рабочем месте. И вот такая встреча состоялась, чтобы все удалось пройти успешно, и
у нас было то место, где мы могли бы, не арендуя у кого-то, а на своем месте проводить вот подобные встречи. Слава Господу, будем молиться об этой нужде и благодарить за начальство, которое располагается, или Господь располагает их сердца для того, чтобы идти навстречу Церкви Божией. Прошу молиться о братьях и сестрах в Донецкой и Луганской области, чтобы Господь защитил, сохранил, помиловал, закончил эту войну. О Леночке Гончаровой и ее семье, о Стасике, который уже прошел 6 химиотерапий, слава Господу, что молились, благодарю за молитвы. И прошу молиться, чтобы Господь еще благословил очень серьезный анализ в Киеве через 2 недели. Нужно ли дальше лечение или можно на этом остановиться. И о здоровье нашей сестры Светланы Апросюхиной прошу молиться, тоже ей предстоит операция еще. Так. Да, пожалуйста. Да, тоже будем молиться о внучке, о невестке. Да, те, которые еще не приняли Иисуса Христа, сестра Ирина Васильевна просит молиться о них. Сердце царя в руке Господа. Поэтому буквально короткая мысль. Выиграл выборы Дональд Трамп в Америке, а конкурентом была Хиллари Клинтон. И большинство верующих людей в Америке, несмотря ни на что, голосовали за Дональда Трампа, потому что он представляет консервативную позицию в отношении гомосексуалистов, всех остальных вот мерзостей, которые входят в церковь благодаря попустительству демократов в какой-то степени. Поэтому где-то, что будет с Украиной? Действительно, Сергей Анатольевич очень правильно сказал. Бог знает. Мы очень мелкая точка на карте. И кто-то думает, о, теперь там, ну, может да, может нет, но есть Бог на небесах. А это человек, то есть, но то, что Господь, помните, что Бог ставит царей и убирает. Поэтому все в его руках. Будем молиться, братья и сестры. Дорогой наш Господь, мы благодарны Тебе за это время, которое мы имели в доме молитвы, дарованное Тобою, чтобы слышать Святое Слово Твое, чтобы воспевать имени Твоего, молиться и прославлять Тебя за все Твои благословения, особенно за наше избрание и призвание, что мы дети Твои, наследники вечности, и мы благодарны Тебе, что Ты наш добрый пастырь, вводишь нас на злачные пажити Твоего Святого Слова, чтобы мы укреплялись в Тебе, чтобы мы слышали голос Твой, чтобы мы не шли за чужим голосом. Господи, помоги различать. И это благослови, Господь, чтобы мы всегда были внимательны к Святому Слову Твоему и жили по Слову Твоему для славы Твоей. И мы благодарны Тебе, что мы можем молиться как о своих нуждах, так и о нуждах наследия Твоего и о всех людях, живущих на земле, чтобы Ты послал покаяние и нашему народу тогда, когда будет благовестие, начинающееся в связи с празднованием 500-летия реформации. Господи, пошли тех людей, которые услышат и примут Слово Твое Святое, чтобы оно было во спасение, о нуждах, которые заявлены устно, и в этих записках Ты совершенно знаешь, и мы пред лицом Твоим, пред Церковью Твоей прочитали это. И мы просим Тебя, Господь, восполни всякую нужду по богатству благодати Твоей. Кто нуждается в здоровье, благослови, в исцелении, восстановлении, Господи, потому что Ты врач и целитель от всяких недугов, все духовные нужды, покаяние родных, близкие, о духовном росте, о служении святому имени Твоему. Благослови, Господи, просим милости Твоей. И все бытовые вопросы жизни, наследия Твоего, благослови и разреши по милости Твоей. В Твои святые руки мы предаемся, потому что Ты сказал, что все заботы Ваши возложите на Него, ибо Он печется о нас через святого апостола Петра. Благослови Твоим благословением нас, и когда мы скроемся друг от друга, останься с нами. Благослови, храни в пути каждого благополучного прибытия в свои дома. Также благослови предстоящие церковные или братские
совет, пусть там будет действие Святого Духа для того, чтобы принимались правильные решения по Слову Твоему, для славы Твоей, чтобы Ты был прославлен в жизни детей Твоих, да светится Твое святое имя, наш любящий Бог. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Мы приветствуем вас, братья и сестры, приветствуйте друг друга любовью Иисуса Христа, с миром Божьим, да благословит и хранит вас Господь.